последнее время у меня Инстаграм, возможно, не только у меня, отказывается пропускать широкоформатные видеоролики без обрезки. То есть, у меня есть вот такой вот видеоролик. С соотношением сторон 16 на 9. Он его автоматически обрезает, и получается вот такая шняга. То есть обрезает его только по бокам, оставляя, соответственно, центральную часть. Это не всегда удобно, поэтому сейчас я вам покажу, как откадрировать ролик для Инстаграма. Просто, быстро, легко и на любом компьютере, на любом железе, на любой системе. Для сведения, у меня здесь установлен Linux. Итак, переходим на онлайн-видеокутер. Вот адрес сайта. В описании будет ссылочка к нему. Дальше. Открываем нужный нам файл и перетаскиваем. Выбираем обрезку, кроп, и в соотношении 1 к 1. Дальше. Мы эту самую обрезку двигаем мышкой в ту сторону, в которую нам нужно. И обрезаем. Также можем отрегулировать, если вы хотите обрезать меньше, больше и так далее. Жмем кнопочку Save. Ролик кодируется. Скачиваем его. Все. Все.